Привет всем зрителям данного видео, и как всегда мы продолжаем прохождение игры Saints Row 4, и закончили мы здесь же. Так, ну тренировки я выполнять не хочу, поэтому давайте сразу перейдем к следующему заданию. Так, побочные. Уху-ху-ху-ху. Побочное задание инструкции в симуляции, исследовать башню, поддельная симуляция, танк тебе. Ладно, давайте побочные задания я выполню потом и буду их выполнять вне игры, наверное. Для вас буду проходить основные задания, поэтому давайте научиться наносить урон пришельцам. It looks like these hotspots are protected by shield generators. Getting near them will be tricky, but you'll have to shut down each one before you can take out the main hub, which of course is protected by even more Zin. So, good luck with that. Ну, нормально. So, what exactly is a hotspot? Basically a giant workstation. A system like the simulation you're in probably requires constant maintenance, which is what these seem to be for. Is this the only one? Of course not. У-ху! Обалдеть. Вот бы в реальности такое уметь. Было бы просто шикарно. Так. Наша выносливость сдулась. Ясно. Ну, давайте немножко пробежимся, пока она заполнится. Да блин, с такой способностью и машина никакая не нужна. Jesus, would you look at the size of that thing? Focus on the shield generators, otherwise you'll never get to the main console. Doesn't anyone learn? Ой-ой-ой. Так, оружие, оружие, оружие. Аккуратно. А, блин, на. А. Guess I just pull these out. А, удерживать. Сучка. Так, точно больше никого не осталось. Так. Забрали блок данных. А теперь ломаем. Ясно, значит, для того, чтобы снять щит, нам нужно уничтожить эти генераторы. Так, что это у нас? Тяжелый пистолет на инопланетный пистолет. Ладно, давайте его испытаем. Ясно. Перегрев. Ну пусть будет. Посмотрим, на что он способен. Так, еще один блок. Ого-то, сколько их тут? Можно бесконечно их собирать. Ну ладно, давайте пособираем тогда. Оу. Не-не-не-не-не. Я понял. Уходите из зоны. Нельзя, иначе будет плохо. Ладно. Тогда двигаемся туда, куда можем. Так, да никого я не покидаю, иди ты нафиг. Капец. Don't worry, everyone loses to me. На тебе в голову. Всем в голову. Move.
Так. Неплохо. Правда, боеприпасы ограниченные. Ну ничего. Будем забирать боеприпасы у наших противников. Ладно. Никого нет. Вроде нет. Ломаем. Так, все, щит снят. Погнали! Ага. Давай, давай, давай. Опа. Wait, was that it? И как мне вас пробить по ногам? Шибанули классно. На. Reinforcements engaged. Вот так тебе. Так, не. Щит фигня. Настоящие мужики не используют щит. Done. I'm showing some strange readings close to you. Okay, fiery sky and rain cannon. What the fuck is that thing? I don't know, but it isn't reading like a normal Zen. I think you can integrate your code with it. And that means what? It means once you take him down, get close enough, and I think you can absorb him. Yeah, because I want that inside. Oh, вот это было больно. Так, не, тут нужна пушка помощнее, чем пистолет против этого чудища. Тихо, назад. А, блин. Страж долбаный. Я ж тебя все равно убью. Иди нафиг. There goes nothing. Yes, bravo. Perhaps my wardens underestimated you. I won't let them make the same mistake twice. That can't be good. Forget about him, Kinsey. How about setting up one of those training rooms for me? I think I can do that. Так, мы что, получили новую способность? Teleportation? Laser vision? Bone claws? Please let it be bone claws. Whoa! Looks like the ability to freeze people and objects with an ice blast. That sounds awesome. Так, выбор суперсил F1. Let me load up a few targets from the simulation for you. Hold on. Are you putting in people who will try to kill me? Don't worry, these are safe programs. You can't die from them. Так, примените морозный заряд, затем расстреляйте врагов. Так, нажимаем Q. Класс. Doesn't anyone learn? Обалдеть. Неплохо. Что, на технике?
lost. What's this? It looks like data clusters can be hidden inside walls. Use your blast to knock them out. Oh, shit! Hell of an entrance there, guy. I'll see if I can help with that. Okay, you should be able to recover from being knocked back now. Hold on. It looks like Zinyak added a shield to the warden code. Ага, я понял. Так, берем дробаш. What else is new? So how do I get around it? You'll need something more powerful than a weapon. So use your superpowers to deactivate the shield for a short time. Then you can shoot him. Оп. Yes. На. Что, понравилось? Еще хочешь? Ах ты. Ах, по... Блин. На. See? That works pretty well. Though the real thing might be a bit tougher. Что, все? Задание пройдено. Класс. Так, третий ранг есть. Неплохо. Так, мы получили еще одну спецспособность. Атакующую. Найс. Так, что теперь? Так, инструкции в симуляции. Это я тоже пройду попозже. Так, побег. Побег, побег, побег. Вырваться из симуляции. Давайте как раз это задание выполним и закончим. I've constructed a door that'll allow your mind to get out of the simulation and back into your body. Head toward it. Got it. Fill me in, Kenzie. What do we know about the Zen invasion? The good news is they didn't get everybody. Just a whole bunch of people. According to what I've been able to decipher, the simulation is designed to house the best and the brightest specimens from various worlds. The best and brightest from an entire planet? How big is this thing? Big. But they haven't gotten to all of Earth yet. Just the major cities. Last I heard, Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. Okay, so we got people left on Earth. Good to know. Once you're free from the simulation, I can sever your connection to the Zen Matrix. This will allow me to retrieve your body here in the real world without you suffering permanent brain damage. Where am I in the real world? Like, what are they doing to my body? It's in a safe place. Once you're free, I'll pick you up at the landing platform. Так, хорошо. Нам нужно вернуться в реальное тело. Ладно. Ой-ой-ой-ой! Вау! Так, ладно. Бежим, 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 бежим! Да, на машине бы... так было бы невозможно сделать. Реально, с такой способностью тут машины вообще не нужны. Тут можно и без них спокойно пройти везде, где хочешь. Так, оп. Е-ху! Класс. Просто супер. Еще чуть-чуть осталось. 300 метров, 300 метров, ну же. Почти выбрались. Давай, Нео. Ищи телефонную будку и убирайся с этого мира. Давай, 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 давай. Ага, вот мы и добрались. Сейчас заодно и блоки возьмем. Так, и он дверь, да? Сейчас мы возьмем блок и выйдем через нее. Так, взяли блок.
Выходим. Kenzie, door's locked. Ладно, будем поступать невежливо. Wrong door. Ooh, nicely done. Да входи уже. Well, that didn't go terrible. Can you quit being a baby and just walk in? Look, lady, we're doing this in my time. No, you're not. Ого. Ё-моё, сколько тут всех. Разработчики, вы ублюдки! Зачем делать цензуру на игре, в которой стоит рейтинг 18+. Это нелогично. Oh, I feel like a toilet at a bus stop. Ну да ладно, им виднее. Так, хорошо. О, бля. А следов не осталось. Плюс один к реализму. I need to get to that platform. Ой-ой-ой. Да, согласен. После такого пробуждения будет херовенько. Стеночки аккуратненько ползем. Where's Kenzie? Давай, братюнь, ты можешь. Погибли. Ладно, это была проверка, что будет, если я не нажму. Хотя это было логично. Ну да ладно. Давайте еще раз. Oh, shit. Hey, what are you doing? Give me that. Так, у нас есть пушка. Давайте сядем поудобнее. Ладно, двигаем. Весело размахивая пиписькой. Идем спасать мир. Так. I swear every time I come home, it's all, what'd you bring me? How come I never go on any raids? I got the same problem. I never get to just sit down and relax without being pestered by the missus. Да, походу даже у пришельцев жены такие же, как и у нас. Ладно. Извините, братюни. Я освобождаю вас от пиляния ваших жен. Прям в голову. Hey! This is you! Тут.
Отдохни. Нашел, где прятаться. Прямо у меня на прицеле. Да ну понятно, что живым мне вы меня отсюда не выпустите. Но это не важно. Ё-моё. Да, мы люди заразные. Kinsey, the hell are you? I hit the rock. Oh fuck. За укрытие. И отстреливаемся, пока можем. Tell Senyak I'm coming for him. Don't worry, I'll be there. Blah blah. Fuck. I'll just build a ladder back to Earth. Come at me! I'll kill every last one of you! Why you watch? Is this on? Can they hear me? Well, hello. I see you're attempting a noble escape. Understandable given your situation, but I urge you to turn back. Out of here. Gee, Kinsey, thanks for saving my life. Why, thanks, boss. I love being appreciated. Boss, I'm the president now. When did you turn into such a jerk? Surprise, Kinsey. I've always been an asshole. Thank you. I mean it. You're not wearing pants. This just got weird. A little bit. Can I fly now? Knock yourself out. Saved Keith David before me. I passed by him on the way out. Well, how did you get out? Let's just focus on flying. Oh. Ладно. Я опять зачитался субтитрами. Извиняйте. Фух.
You saved Keith David before me? I passed by him on the way out. Well, how did you get out? Let's just focus on flying, shall we? You're right. Kinsey, this thing have a radio? Radio signals bounce around space for... Oh, yeah! This is my jam! Полетаем с музычкой. Ё-моё! Классика бессмертная. Братюни, это сложно. Лететь через такие препятствия. They're closing us in! Stay on target. Прорвемся. Фу. We're not really leaving the others, are we? Hell no. But if we're taking the fight to Zinyak, we'll need all the help we can get. Kinsey, can you get in touch with Oleg? Yeah, we should be in range. Huh. I always thought Nightblade was just a vampire show. Oh no, my friend. It is the essence of drama. Hey, you need to take that? You know anyone with the 217 area code? Is that St. Louis? Probably telemarketer. Oof. Ignore. Voicemail? You want me to leave a message? It's all gone. Say this was a productive day? You're a fucking monster. Oh, don't act surprised. I told you this would happen. You killed 7 billion people. Whoops. We're done talking. He's not getting away with this. You're goddamn right he's not. Kinsey, can you use this thing to place me back in the simulation? Yeah, I think I should be able... Do it. Wait, you want to go back in there? You can't kill Zinyak plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You? Sure. You need help setting the DVR. If taking over a small part of the simulation led you to me, taking over the whole damn thing has to do something good. You don't even know what will happen. She probably does. The president is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zin security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zinyak's mothership. I can identify structural weakness, locate where they're keeping our friends... And find Zinyak. Yeah. All right, let's do this. When historians look back on the fall of the Zin Empire, this will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized, and a course was set that the Saints could never back down from. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation, and the Saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history, Johnny Gat. But ever as always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action and the building of a robot. Да, это, конечно, было нечто. Земля уничтожена. Прям как серьезный Сэм Третий. Ладно. Теперь нам ничего не остается, как идти уничтожать этого ублюдка. Так, двойное нажатие F4, быстрая смена элемента усиления. А, двойное нажатие F3,
Быстрая смена элемента топота. Чё? F4, F3. Ну, я нажимаю на них, и ничего не происходит. Ладно, допустим. Так, что у нас есть из новых заданий? Так. Это у нас какая-то новая миссия, которая почему-то не переведена. Так. Ну ладно, допустим. Ясно, ну побочные задания я выполню попозже. И основное тоже. Ну а на сегодня, зрители, всем пока-пока.